Ну и всем салам, родные, с вами как всегда Яху Грайдер, и как вы уже могли понять, это мой новый видеоролик, а именно видеоролик, в котором будем следить за очень богатыми игроками из таба, но не просто следить, а следить ночью. Сильно затягивать не хочу, лишь напомню, что я играю на сервере Arizona RP Wednesday, если что, мой никнейм здесь Лемхок, указывайте его при регистрации, чтобы получить на 5 уровне 300 тысяч, ну а также вводите мой промокод хэштег Хок, чтобы забрать еще 720 тысяч. Ну и конечно же не забывайте ставить лайки, подписываться на мой канал и писать комментарии. Ну а так, всем приятного просмотра. Так, ну что ж, родные, всем еще раз салам. Вот уже наступила ночь, а именно сейчас у нас на таймере 3 часа ночи, почти 4 часа ночи, то есть ночь. И как я вам обещал, сегодня мы будем следить за богатыми игроками, а именно в ночное время. Ну что ж, давайте откроем таб и выберем самого такого богатого игрока. В принципе, открыв только таб, мне попадается какой-то Хомер Брукс, ID у него 9 и уровень у него 120. Давайте за ним последим. Red 9. Так, все, зашел за ним спек. Походу, чел стоит в АФК со своим охранником и фармит ЗП-шечку. В принципе, отлично. Давайте чекнем хотя бы его статистику. На аккаунте у него 866 азекоинцев. Наличные деньги 1,3 миллиарда. Биткоинов 13 399 штук. Деньги в банке 356 миллионов. Деньги на депозите 484 миллиона. В принципе, неплохо. Давайте выйдем из рекона. В принципе, не вижу дальше за ним смысла сидеть. Он просто стоит в АФК. Откроем еще раз таб и видим здесь ниже 101 уровень. Какой-то игрок. Игрок с ником Лил Трайси, ID у него 27, давайте за ним последим тоже. Так, он тоже стоит в АФК, ну блин, это уже как-то неинтересно, давайте чекнем хотя бы его статистику. 1384 АЗ, аккаунт, как еще раз повторюсь, 101 левел, 51 миллион денег наличных, 172 миллиона на банке и 408 миллионов на депозите. Вот такой вот у нас игрок. Ну ладно, в принципе, давайте пропишем команду Реов, пойдем искать следующего игрока. Следующий игрок, давайте вот 106 левел. Левел Норман Ротгрис. Так, заходим за ним в рекон. О, этот игрок уже куда-то бежит. У него он такой неплохой сетик. Красивенький скинчик. Хики. С бегом Сидже. Броник Даймонд. И какие-то аксы. Давайте чекнем его статистику. Интересно, кстати, что он тут просто бегает по кругу на цере? Ну что, нифиг делать? Ну ладно, давайте чекнем. А, не, вот остановился. Давайте чекнем его статистику. На денег у него в банке 2 миллиона. Наличные деньги 14 миллионов. Деньги на депозите 204 миллиона. Ну и прокачанный сетик. А, кстати, так же у него 4301 азекоинс. Ну, он, походу, просто бегает по центральному рынку. Не знаю, может, ему скучно. Ну, ладно, в принципе, давайте его реофнимся и пойдем искать следующего богатого игрока. Не знаю. О, вот, 121 уровень, 63 ID. Давайте за ним последим. Заходим за ним в рекон и видим, что он тоже фармит ЗП-шечку. Ну, давайте чекнем хотя бы его статистику. На аккаунте 54 тысячи азекоинов? Откуда? 90 миллионов. Деньги на депозите 209 миллионов. И деньги на банке 8 миллионов. И 54 тысячи АЗ. Я офигел. А, он еще и заместитель директора бара. То есть тир Рабада. Понял. Ладно, вопросов 0. Вопрос базару 0. Все. И иду искать следующего богатого игрока. 132 левел. Вильям Монтонари. Вильям Монтонари. Так, ID 71. Следим за ним. Так, чел у нас тоже фармит. Интересно, сколько у него тут у нас на банке? Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. 4 миллиарда. Состояние двух счетов. В принципе, деньги на депозите 352 миллиона, деньги на банке 76 миллионов. Наличные деньги 6 миллионов. Получается, у него еще 11 тысяч АЗ. Неплохой такой аккаунтик, слушайте. Богатенький, богатенький. Ладно, в принципе, погнали искать следующего. Опа, сразу же Ася Особов какая-то. Или это он, не знаю. 76 ID, давайте зайдем в рекон. 76 ID, захожу в рекон. Тоже фармит ЗП-шечку. Давайте чекнем хотя бы его статистику. Так, тут намного меньше. 3200 АЗ коинсов, 160 миллионов на банке, 202 миллиона на депозите и, в принципе, все. Ну и ладно, в принципе, что-то небогатый какой-то. Ну, какие-то там аксы были всего-то. Кто же следующий будет? О, Shadowman, 120 ID, давайте за ним последим. R120, ого, у него сет заряженный тупо, и он где-то стоит, не знаю где. Давайте чекнем сразу же статистику 120 ID-шника. О, ну АЗ-шек у него 3998 всего-то, денег на депозите 9, наличные деньги 941 миллион,
деньги в банке 16 миллионов, деньги на депозите 298 миллионов. Неплохо, неплохо. Такой вот богатенький, видно, сетик у него хороший. А ну сколько у него защиты? 90 от урона, плюс 35 урона, 58 крит урона и плюс 24 макс хп, также 144 макс брони и плюс 6% оглушения. О, неплохой, неплохой сетик. Ну ладно, в принципе, давайте еще следующего искать. 122 левел, вон сет Карденос, давайте за ним последим. 135 ID, так, что же стоит в АФК, ну понятно, как ночь, в принципе, я их понимаю. 1352 за коинца, уровень 122, как еще раз повторюсь, и 55 миллионов на банке. Также на депозите 300 миллионов. Ну, не такой уж и богатый, в принципе, как все остальные участники. Давайте выйдем и пойдем искать следующего. Прям нужен какой-то богатый. Вот 120 уровень. Жека Совхоз. Интересно, что у него есть? Р-140. Ого, у него сумка Diamond, меч Advanced, какие-то очки Diamond. Походу, у него еще и там какие-то пирожки летают на норовой. Нормально ему. Давайте чекнем его статистику. Чек 140. 6384 за коина. 1 миллиард 637 миллионов на руках. Деньги в банке 4 ляма. Деньги на депозите 283 миллиона. Ну, нормально, нормально. А, еще у него Вестра, Тесла, Сэмми. Это что, у него фуры или самолеты такие новые? Хз, я не знаю. Сразу же здесь где-то можно найти следующего игрока. Ред 251 ID. А, он сейчас работает на самолете. Получается, фармит бабки. Так, чекаем его статистику. 251 ID-шник. Так, что у него тут есть? 27888 азы коинов. Деньги на депозите 277 миллионов. На руках 232 миллиона. Деньги в банке 1,2 миллиона. И все, в принципе. И также у него будет тут два люксора делюкса. Ничего себе. Ну и какой-то сетик неплохой. Нормально, нормально. Опа, Джонатан Эскобар, 303 ID. Так, зашел за ним. А, ну он в ФК стоит, как всегда. Давайте чекнем его статистику. 43 тысячи за что? Наличные деньги 516 миллионов. Деньги в банке 47 миллионов. И на депозите 285 миллионов. Отлично, отлично. И сетик прокачанный, неплохой такой магический шарик. Топорик и рука. Нормально, нормально. И в принципе все, ладно, выходим. А, я чуть не пропустил. Вот тут какой-то Джек Хант еще. 143 левел и 299 ID. Давайте за ним зайдем в рекон. Но он тоже, кстати, фармит ЗПшечку. Интересно, что у него там по статистике. Сколько? 1,3 миллиарда на руках, 7195 за коинцев и 372 миллиона на депозите. А, вон еще на банке 115 миллионов. Неплохо, неплохо. Ну и, в принципе, ладно, давайте выйдем. Что-то все фармят ЗПшечку, блин, неинтересно. Наверное, ночью такое себе. Может, в следующий раз записать тогда утром видеоролик, так как что-то вообще реально не густо. Напишите обязательно свое мнение в комментариях, я прочту и отвечу, наверное. Или лайкну, посмотрим. Ладно, давайте продолжим. Что там у нас, кто еще есть? Вот какой-то Диего Кларен, 321 ID. Ну, давайте чекнем. 321. Так, зашел за ним в рекон. А, ну он тоже фармит ЗПшечку. Ладно, давайте чекнем у него, сколько тут денег. А, ну он не богатый вообще. 386 АЗ на руках. 1,4 ляма, деньги в банке 7,2. И все, в принципе. Наверное, все проиграл на ставках. Вот так вот бывает, родные, когда играете в ставки. Ну, ладно, давайте выйдем с него. И, наверное, я уже буду заканчивать, так как я очень сильно хочу спать. Надеюсь, этот видеоролик вам зашел, и вы его поддержите своим лайком, плюс подпиской, а также комментарием под этим видеороликом. Ну и, в принципе, как всегда, с вами был я, Хограйдер. Всем удачи и всем до скорых встреч!